Участковые Иваново отчитались перед населением. На каждом закрепленном административном участке проходил день открытых дверей. Жители могли не только услышать результаты проделанной работы по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, но и задать злободневные вопросы. Подобные отчеты перед населением проводятся регулярно. Участковые говорят, что основой эффективной работы остается тесное общение и взаимодействие с гражданами, проживающими на обслуживаемой территории. Отчеты проводятся раз в квартал и полгода. Люди приходят, то есть спрашивают, обсуждают, достаточно большое количество вопросов и проблем.